Всем привет! Вы на каком канале? Правильно, Тыквка ТВ. И сегодня снимать третью часть моего прикольного сериала про Грамгильду и ее таинственного поклонника. Я надеюсь, вам понравится этот сериал, поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться, если вы еще не подписаны, нажать колокольчик, чтобы быстрее знать, когда будет следующая серия. Ну что ж, ребята, поехали! Так, ну что, дракон, собирай вещи, я беру свой любимый арбалет, и мы полетим, и проследим за ним, и, может быть, я придумаю какой-то план. Да-да, полетели. Так, все, мой арбалет тут, а теперь можно и лететь. Ты готов? Видно, что готов. Полетели. Ну что, полетели? Давай, лети. С ума сошел, глупый дракон. Не подходи ко мне, я сам. Клонись мне. Драконы, глупейшие создания. Давай, лети уже. Один злобный смевик. Ты с ума сошел меня приводить в это глупое место? А, да, седло. Молодец, где ты прятался? На ветке? Серьезно? О, господи. Так, у меня есть план. Ты садись на ветку, а я буду стрелять в этого злобного змейка. Или нет? У меня есть план лучше. Давай проследим. Я надеюсь, он нас не заметит. Блин, может, мне правда стоило помочь моих котягас? Блин, какая я глупая. Блин. Нет, нет, стоп. Надо держать слезы. Все, держим. Все. Ну, блин, я правда тупая. Зачем? 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 Так еще и поссорилась с подружкой лучшей. Ладно. Мне правда так одиноко. У Астрид есть Тинкинг. У Беззубика есть Динная Фуля. А я одна. Раньше мы хотя бы с Беззубиком общались. Как мне скучно. Ладно, пойду вон туда куда-нибудь прогуляюсь. Они со мной сейчас сюда идут. Ой, как я рада, что с нами все хорошо. После этого боя с этим глупым смертохватом. Да, это хорошо. Надеюсь, Дневная Фурия и Беззубик тоже в порядке. О, как я рад. А, я тоже. Мы... Вот, на. Ой, ты меня поцеловал. Да, я же тебя очень люблю. Ой, Кинг, я тебя люблю. Я тебя... Ой, прости, я тебя тоже. Ой, как нам хорошо все вместе. Мы просто шикарная четверка. Да, давайте, двигайтесь к нам. Давайте. Ай, да почему я падаю вечно? Ну, Икинг, это не твои проблемы, я тоже упала. Ну что ж, мы такие. Вот тут. Такая вот. Мы суперсемеечка. Мы просто крутые. Смертохват я придумал. Ты это видел? А я видел. Они все по парам. Дневная Фурия с этой ночной Фурией. Это мой любимый дракончик, кстати. Ну, я думаю, ты понял. А Икинг этот с Астрид, а она одна. У меня шикарный план. Полетели к нам, я тебе расскажу его. Полетели. Только выше, выше, а то они нас видят. Давай, лети. Приземляйся. Ты в порядке, дракон? Хотя мне все равно. Так, слушай мой план. Этот план просто шикарный, я тебе говорю. Так, ты понял, что Грамгильда совсем одна. Молодец. И этим воспользуемся мы. Не понимаешь? Это, конечно, странно звучит, но... Ты
ты внушай ей, что ты ее любишь. Это ради плана. Потом, когда она совсем тебе станет доверять, ты придешь ее сюда, уколешь своим жалом, или я ее починю. И будет еще один дракон на нашей стороне. А с помощью ее навыков, она же дрессированный дракон, мы сможем их всех победить. Причем мы ей напомним, с какой ненавистью Дневная Фурия стала летать на Астрид. И как они все парочками стоят, а она одна в уголочке. И мы этим воспользуемся. И я наконец-то получу эту Ночную Фурию. И уничтожу навсегда. Да. А теперь иди, лети. Я думаю, она в тебя влюбится. В крайнем случае, бери жало, втыкай в нее жало, и она в тебя сама влюбится. Просто подчини ее себе. Понял? Если что, обороняйся. Главное, чтобы об этом не узнали, не узнал никто. Кроме нас с тобой и этой, как ее зовут, Громкольта. О, точно, Громгильда. Так, да. Все, давай, лети, лети. Какое глупое задание мне дал мой хозяин. Что за глупость? Я вообще смертоохват. Во, какие у меня зубы. Она какой-то злобный змеевик, и она в меня не влюбится. Да, глупый план. Ну ладно, полечу. Ребята, а полетели полетаем? Да, я тоже согласен. Полетели! Полетели! Ого! Ну вот, как обычно, эти парочки улетают, а Громгильда остается одна. О, меня это просто бесит. Ну как так это может быть? Видно, такое возможно. Я, видно, всегда буду одна. Чтобы время не терять, буду спать. Так где же это уже место? Так, вот он, злобный змеевик. Приземляюсь тихо. Ай, я сказала тихо. Так, господи ты, боже мой. Она спит. Так, что бы сказать? Так. А, ладно. Все придумал. Эй, не подходи ко мне, Так, спокойно, а то я тоже буду обороняться. Так, тихо, спокойно. Не подходи ко мне, ты пытался убить мою хозяйку. Так, тихо, или я тебя прикончу. Не подходи ко мне. Так, тихо, я сказала, тихо. Давай, не ты на меня не подашь, не я на тебя. Да, конечно, твой хозяин чуть не убил моего друга моего. Да, а разве друзья так поступают? Просто берут и улетают, и оставляют свою подружку одну. Ты уверен, что они твои друзья? Да, ну потому что у меня больше никого нет из друзей. Ой, да что вы говорите? Эти друзья тебя оставили одну. Да, можно подумать, кто у тебя есть друзья. Друзей-то нет, но я хочу подружиться с тобой, ты мне очень нравишься. Даже не подлизывайся, это, наверное, все план твоего хозяина. Я не хочу уже больше быть с этим хозяином, он ужасный. Он меня кормит одними яблоками. И ты не представляешь, просто это ужасно. И я ушел от него. И теперь хочу жить тут, но все равно я понимаю, что ты скажешь, что нельзя с вами жить. Да, скажу нет, потому что мои хозяева против того, чтобы ты тут был, и я тоже. Хотя ты, в принципе, ты не такой уж ты плохой дракон по виду. Ну вот, видишь, я добрый и хороший. Но все равно я буду держать свой хвост рядом. Если что, знаю, я тебя просто... Понял? Понял, я хороший, дракон хороший.
Так, ну что ты говоришь про хозяина? Он меня заставлял делать самые ужасные штуки, клетки таскать, драконов убивать. И я вот этих всех ночных фурий поубивал. Я ему помогал. Неудивительно. Ну, я не знаю, ты такой странный дракон, ты, во-первых, ты не злобный змеевик, если что, напоминаю. Ну и что? А дневная фурия, а беззубик, ночная фурия. Ну, они-то фурии. И что? А ты вообще непонятно какой дракон. Ну, и что? Я вообще о вас ничего не знаю, и я не хочу даже с тобой разговаривать. И вообще. Да ладно, ты же очень красивая. И ты мне очень нравишься, ты такая красивого голубенького цвета, желтым. У тебя желтые глаза, как у меня тоже желтые глаза. Но ты черный и красный. Ну и что, я же такого окраса, у меня есть красивая жало. Очень. Так, а ну-ка, укуси своим жалом. Я знаю, что будет, если ты это жало вонзишь в любого дракона. Он станет тебе подчиняться. Ну да, вижу, ты умная. Знаешь, что я вот этими клыками могу сделать? Просто пронзить дракона насквозь. Но тебе я не буду, ведь ты хорошая. Очень, очень хорошая. О, почеши, тут мне чешется. У тебя очень красивый цвет зубов, ногтей и что это такое? Это седло. Что? Что это? Седло. Ну, на драконов же седло одевает. А, ты не знаешь, забыла. Да ты как бы узнай, я вообще почти ничего не знаю. О, ничего страшного, я тебе помогу все узнать. Полетели, полетели, или... Да полетели со мной, полетели, полетели. Я тебе много что покажу. Не знаю. Ребята, напишите в комментариях, доверять мне ли этому смертохвату или нет. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, и ждите продолжения. И обязательно напишите, доверять мне ему или нет. Всем пока, пока, пока.